Сколько стран ты посетила, какие? Я посетила пока около 20 стран. В основном это страны Европы. И в Азии я была в Таиланде. И в Африке, в Египте и в Тунисе. Get a PDF and an MP3 file of this lesson for free. Click on the link in the description and start boosting your Russian today. Опиши свою страну тремя словами. Моя страна огромная, разная и богатая. Что тебе нравится в твоей стране? В моей стране мне нравится природа, то, что она очень большая и у нее богатая история. Что тебе не нравится в твоей стране? В моей стране мне не нравится климат. Здесь очень долгая зима. Что бы ты изменила в своей стране? В России я бы хотела построить больше хороших дорог, сделать все города такими же красивыми, как Москва, чтобы везде было чисто, можно было легко добраться. И еще я хотела бы, чтобы сюда приезжало очень много туристов из разных стран. Сколько стран ты посетила, какие? Я посетила пока около 20 стран. В основном это страны Европы. И в Азии я была в Таиланде. И в Африке, в Египте и в Тунисе. Какая страна тебе больше всего понравилась? Почему? Моя любимая страна – это Италия. Я была там 8 раз. В Италии мне нравится все. Мне нравится итальянский язык, мне нравится климат, архитектура, история и очень открытые люди. Какую страну ты хочешь посетить больше всего? Почему? Я очень хочу поехать в Японию, потому что мне нравится ее культура, и я могу говорить по-японски. Мне очень хочется попрактиковаться, попробовать настоящую японскую еду и прокатиться на быстром японском поезде Шинкансен. Самая последняя страна, которую ты посетил, что ты там делал? Недавно я посетила Италию, это был остров Сардиния. Я участвовала в фестивале и преподавала русский язык итальянцам. И также отдыхала, купалась в море и загорала. Итак, это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, то ставь лайк и расскажи своим друзьям об этом канале. А мы увидимся в следующий раз. Пока! В моей стране мне нравятся горы, реки. Что еще? Я бы увеличил количество малых бизнесов. Я очень хочу поехать в Австралию, потому что я очень хочу увидеть кенгуру и коал.